Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Трансформеры. Тактическая арена. Добро пожаловать на Трансформеры. Тактическая арена. Позволь нам инициировать твой тренировочный протокол. Уничтожай вражеские турели, чтобы выиграть битву. Это твои юниты. Размещай их, перетаскивая на поле боя, чтобы атаковать вражеские турели. Для развертывания карт требуются энергоны. Этот счетчик показывает энергоны, имеющиеся в твоем распоряжении. Так, выстави Бамблби. Окей. Куда мне его поставить? В любую точку? Ну, давай сюда. Побежал. Ну, ничего себе он там дает. Отличная работа. Ты быстро учишься. Враг был слишком силен для Бамблби. Используй юниты в своем отряде, чтобы уничтожить оставшиеся цели. Окей, что у нас тут есть? Ну давай посмотрим вот это вот. Окей. Так, тут еще мелочь какая-то всякая ползет. А если вот это вот поставим? Фига он. А камеру нельзя увеличить, да? Нельзя, ребята. Так, вот это что у нас такое? Проверим. Какие-то летающие дроны. Так, а если... О, вертолет? Победа. Твоя победа принесла тебе сундук с припасами. Так, сражение, отряд, миссии, сундуки. Здесь хранятся доступные сундуки с припасами. Давай откроем твой сундук с припасами прямо сейчас. Нисколечко не возражаю. Открыть. Новая карта. Optimus Prime. Это легендарная карта. В эти карты можно играть двумя разными способами. Это как так? Это главный артефакт. Они дают уникальные преимущества в бою. Давай вернемся в бой. Давай вернемся. То есть пока у нас идет обучение, насколько я могу понимать. Так, основные способности легендарных карт. Через некоторое время основные способности заряжаются. Для их использования нужны энергоны. Следи за этим счетчиком. Понял? Твоя легендарная карта может быть разыграна двумя разными способами, позволяющими использовать уникальные способности и стратегии. Давай попробуем прямо сейчас. Я не возражаю. Давай попробуем прямо сейчас. Так. То есть он у нас фурой? Тихо. Не надо тут выпендриваться. Ой. Так, ребят, это что такое? Все у нас прекрасно. Так, бомбим. Вертолетики, дроны, кто там, я не знаю. Помогайте нам. Так, с этой стороны, смотри, идут мелкие. Использую свою основную способность. Вот эту, что ли? Ого! Фига себе способность. Оптимус Прайм идет с топориком. Да ладно, надо помочь ему. Нормуль. Прижучили чувачка мы. Так, что это такое? Что это, турель у нас? Так, подожди. Смотри, сколько здесь гладранцев идет.
Прекрасно. Так, давай-ка я вот этих вот дрончиков вызову. Так, всякая мелочь тут повылазила, смотрю. Угу. Прекрасно. Давай-ка мы с собой Оптимуса вызовем. Оптимус очень крутой чувак. А я еще турелечку здесь разверну. Пожалуй. Окей. Этот идет, да? Ну-ка. Кто кого? Не надо лагать только, пожалуйста. Мне вот эти вот ребята совсем не нравятся. Ну, я так вот сделаю. И вертолет позовем. Ты посмотри, что он делает. Давай еще одного позовем. С дрелью. Так, вот не надо лагать, пожалуйста, а? Есть. Так, ну что, награда. Давай посмотрим. Давай откроем новый сундук с припасами прямо сейчас. Я согласен полностью. Открыть. Так. Бонный крашер. Угу. Так, и плюс мы с тобой... Это руда 13, которая используется для улучшения карт. Окей, управляй своим отрядом. Управление колодой плюс обновление. Это твоя боевая колода. Ты можешь взять задействованные в ней карты на арену, когда будешь сражаться. Окей. Здесь можно задействовать основные способности. Одновременно можно задействовать только одну основную способность. Так что выбирай с умом. Повышай уровень карт, чтобы улучшить их статистику. Эта карта готова к повышению уровня. Ну что? Для улучшения карты требуются обе карты и руда 13. Улучшите сейчас. Улучшим. Так, обновить. Ого. Улучшая карты, ты зарабатываешь очки здоровья для повышения уровня своей базы. Окей. Выиграй еще один бой, чтобы завершить обучение. Я понял. Так, идем в сражение. Так, и что у нас тут? Это твоя последняя попытка. Выиграй этот бой, чтобы завершить обучение. Окей, я попробую. Так, что он там вызвал? Хламона какого-то. Так, секундочку, что-то мне вот это вот не нравится. Упс. Давай, Оптимус. Я поставлю турель здесь. Урон маленький, очень маленький урон наносит турель. Готов, хлопчик. Погнали. Нормуль. Ах ты, гаденыш, смотри, что он делал. По-моему, мы сейчас проиграем, блин. Тебе так не кажется? Фига он против меня тут отправил, ты посмотри. Армию, блин. Так, прикрывайте меня, ребята. Давай, 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 бомби. Ну-ка. Сможем мы этот вертолетик уничтожить? Конечно, сможем. Так, база.
маленькая базенка у нас. Так, и дрончики. Так, ну что тебе скажу, пока вроде бы неплохо идем. Волну запустил, да? Вызываем вертолет на подмогу. И стрелков. 60 секунд осталось. Давай, 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 давай. Прижучиваем, прижучиваем, ребята. Ты думаешь, один такой умный? Давай как-нибудь без твоих шуточек дурацких. Козырно. Так, на всякий случай я поставлю сюда еще турель. Так, ребят, по-моему, победа будет за нами. Твою же дивизию, это посмотри, что творит. Ну давай, 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 бомби его. Отлично. Время, время исходит. Мы же выиграли. Так, точно. Твой успех принес тебе несколько очков победы. Зарабатывая очки победы, ты продвигаешься в рейтинге и приближаешься к следующей арене. Командир, ты завершил обучение. Продолжай работать над своей стратегией и оттачивай свои навыки против достойных противников. Фух, ну что, у нас сундук есть. Откроем. Открыть. Да ладно. Опять бункрэшер. Ну и понятно, что груда 13. Так, что у нас тут по настройкам? Ну, можно глянуть? Я не знаю, надеюсь, эта музыка, ребята, не запрещена. Треки. А вдруг запрещена, а? Лучше, мне кажется, вообще без музыки вырубить ее как-нибудь. Ее нельзя выключить? Так, ладно. Тут у нас эмоджи всякие. Всякие приколюхи. Так, у нас есть прогресс. Настройки. Настройки общие. Вот, кстати, без музыки. Вот, вообще без музыки, ребята. Так, чувствительность. Графика низкий, высокий. Высокий, да, мы поставим с тобой. Ориентация. Так, книжная, альбомная. Я не знаю, что такое книжная, что такое альбомная. Оу. Слушай, альбомная мне, кстати, больше нравится. Для меня, по крайней мере, потому что мне приходится держать ноутбук без подставки. А тут, смотри-ка, я могу на подставочку обратно его поставить. Отлично. Так, давай тогда посмотрим, что тут еще у нас. Уведомления, аналитика, язык. В общем, я не знаю, ребята, музыка запрещенная, нет? С музыкой, конечно же, хотелось бы. Ладно, мы сейчас играем с тобой так. Если эта музыка запрещена, то в следующем видео ее просто-напросто не будет. Окей? Окей. Что-то я... А, вот же. Так, ну что, ребята, попробуем сыграть еще. Отряд, миссии. А что за миссии? Ежедневные и еженедельные миссии предлагают новые способы зарабатывать ящики. Проверять почаще, чтобы узнать о новых задачах. Ага. Ну, а теперь мне прям очень хочется поиграть против противников. Так, разрешить многопользовательскую игру? Конечно, разрешить. Еще спрашивают меня. Так, ну что, у нас идет поиск. Поиск противников. Посмотрим, насколько быстро мы найдем с тобой врага. Противник найден. Ах, вот у нас как здесь будет выглядеть. Файт. Ну, файт так файт. Давай потихонечку.
Куда этот бежит, охламон-то, посмотри. Как у нас тут? У него уже Prime есть. Вызвал этого, Оптимус. Мы тоже вызовем. Нормально. Так, поставил базу. Так, а мы с тобой знаешь, что сделаем? Нет. Вот так вот поставим. Че, он всех разобрал, что ли, мне? Ты гляди-ка, что творит, а? Этих мелких мы уничтожим, да, получается? Да вы вот этого валите, блин! Твою же налево, а? Так, у меня есть волна. Запускаем. Только непонятно, зачем я ее сейчас потратил, если честно. Слушай, он запарил. Так, на помощь. Куда это он там разогнался? Бежит он там. Пока у нас ничья, да? Да, конечно. Держи карман шире. Давай, ребята, погнали. Сейчас вольнем ему базу. Давай, 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 родные мои. Есть! Победа. Фух. Замечательно. Так. Что у нас тут получить? Автоботы. Пехота. Так, 15 руды. И еще у нас сундук есть с тобой. Открываем. Да что ж ты будешь делать? Опять этот у нас бомкрашер. Нет, я ничего не имею против него, ребят, но хотелось бы что-нибудь новенькое получить. Ну что, двигаемся дальше, ребята. Так, отряд, а что у нас есть? Нам менять не на что, ведь согласись, у нас... Слушай-ка, смотри, основная способность. Вот это вот непонятно. Карта не найдена. То есть в данный момент у меня только вот это вот. Лунная звездная волна какая-то. Так, сколько тут вообще роботов? Угу. Ну, приличное количество, да? Так, ладно, погнали еще. Мне понравилось. Мне понравилось. Ребят, пишите в комментариях, как вам. И не обращайте внимания, если будет немножко подлагивать. Угу. В бой. Кого возьмем-то, я даже не знаю. Ну, давай вот так вот. Он турельку взял, поставил, да? Да, конечно. Так, поставим, наверное, вот эту вот маленькую базенку с роботами. Застрял у него этот чувак, прикинь. А нет, выкарабкался. Да он собрался, я не понял.
Разогнался, я смотрю там. Надо помогать. Чётенько. Угу. Так. В хлам это все. Ну-ка. Куда же ты, блин? Что делаем, ребят? Наверное, вот так вот придется все-таки поставить здесь еще турельку. Пускай она строчит. И дроны. Так, он крашера вызвал. Он вызвал крашера. Так, я жду, ребята, я жду, когда он подойдет ко мне поближе, и тогда... Успокойся. Помогать надо. Так, ребята, время на исходе. Вертолет. Так, моя армада побежала туда, да? Побежала. Ты посмотри, что он делает. Он хочет мою базу эту бомбануть. Я проиграл, да, по времени? Объясни мне одну вещь. Как мне вызвать моего этого хмыря, чтобы он был на машине, а не просто шел пешком? Опять автоботы? Почему он у него на машине едет, а у меня просто выходит, а? Скажи-ка мне на милость. Прогресс. Прогресс арены и бонусы можно увидеть на этой карте. А здесь можно увидеть статистику вашей защиты и прогресс игроков. Продолжать улучшать карты, чтобы зарабатывать очки опыта и повышать уровень своей базы. Угу. Типа я что-то понял. Почему у меня не едет на машине? Как это сделать, чтобы он газовал, а? Скажи-ка вот на милость. Я хочу, может, тоже, чтобы он ехал. Так-с. Окей. Файт, вот тебе файт. Вот как вот это сделать? Да ну, завязывай давай, парень. Ну что, этого мы, наверное, быстренько у него уничтожим, я так понимаю, да? Ну. И умер, блин. Куда ты там разогнался? Со своими ничтожными роботеками. Давай, жучим базу. Е! Отлично. Сейчас будем бомбить его. Бомбить. Если получится еще бомбить.
Слушай, что-то тут... Так, эти хмыри мелкие идут. Причем довольно много. Ага. Давай сюда поставим. Я пока не хочу ничего здесь такого ставить. Так, сейчас у него эта фигня лопнет. Давай, давай, родные. Ну чё, хана базе, нет? Да. Вот это я понимаю. Фух, шикарно. Так, у нас с тобой есть сундук, открываем его. Угу. Опять автоботы. Опять у нас тут выпадают автоботы. Ну что, погнали дальше. После этой игры поиграем, наверное, еще с тобой в Звездные войны. Так, дай-ка потише, наверное, чуть-чуть потише сделаю. Самую малость. Fight. Да я говорю, потише, блин. Ты издеваешься? They won't know what hit them. Так, ребят, короче. Вот так вот. Ты давай-ка завязывай, парнишка. Так, эту пушку надо... Не пушку, эту базенку. Смотри, что сделал, а? Давай-давай-давай-давай-давай базу ему. Так, хорошечно. Сейчас турель. Минус. Так, я вертолет сюда поставлю. Так, ну что, ребят, вроде бы пока неплохо. На всякий случай поставим сюда турель. Теперь ждем. Бьет по базе, да? Так, что бы мне сделать? Давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Так. Фигня, друзья мои, получается. Фигня фиговая. Нет, не буду я эту штуку выпускать. Эй, а этого-то кто-нибудь будет бомбить или чё? Как он заколебал, а, меня? Так, минус вторая башня. Отлично просто. Ну что, остается базенку ему вальнуть и все. Победа. Чух.
Так, сундук. Открываем. Лазерная защитная турель. Опа. Что? Это кто у нас такие? Фига, чувак, с такой штукой на плече. Вау. Это новый юнит, я так понимаю, да? Ну-ка посмотрим. Так, во-первых, я улучшаю турель. Красота. Отлично, ребята. Так, и теперь мне интересно знать, где этот новый юнит? Это он? Это он. Вау. Использовать. Вместо чего будете поставить? Давай попробуем вместо вот этого. Так, а башню я еще могу, что ли, улучшить? Третий уровень. Ё-моё. Вот это шоколад. Так, ну что, ребята, мы заодно посмотрим. Этот, кстати, чувак у нас третьего уровня. Стоит, правда, 5 энергии. Блин, по-моему, надо еще чуть-чуть потише сделать. Прям, вроде уже самая тихость, но все равно. Ну что, ребята, поехали. Сражение. Ну, у чувака на плече, ну, ты сам видел, да? Такая пусковая установка, что как будто из нее будут, я не знаю, ракеты вылетать. Посмотрим, что он из себя в деле представляет. Окей. 5 энергии он стоит. Нифига ты начал, парень. Давай проверим, что он себе представляет. Ничего себе, он там вызывает еще собаку какую-то. Прикинь. Давай, этот вертолет к ядрене фени. Поехали. Отлично. Такс. А теперь мы вызовем вертолетик. Угу. Думаешь, они такой умный, что ли? Отлично. 1-0 ведем. Так, он турель поставил, блин, гаденыш. Давай-ка мы ее. Че я делаю? А хотя нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, прозевахал я. И вот это сейчас мне может, блин. Давай его сюда его поставлю. Посмотрим, как он ведет себя. Он ведет себя просто великолепно, ребят. Но он уничтожил мне базу. Точнее, турель. Еще творит. Гаденыш несчастный. Так, пока 1-1 у нас. По счету. А тебе не кажется, что это борзость? Турели ставить на моей территории. Совсем, что ли, нюх потерял, парень? Давай-ка мы тогда тоже так сделаем. Ребята, сейчас базу он мне шваркнет. Уже шваркнул. Да ты охренел, что ли? Вообще я не понял. В корень, блин. Вообще нюх потерял, прикинь. Блин. Я проиграю, мне, блин, не хватает, ребята, одной базы.
Блин, это чувак хорош, который этот вызывает, но я не знаю. Он меня расстрелял этими молниями. Может быть, они у него прокачанные были? Ну, сверху, ты понял, которые летят. Я ничего сделать не смог. Файт. Давай начнем отсюда. Плюс я поставлю турельку сюда. О, у него такой же чувак. Прикинь, есть. Поехали. Да чтоб тебя, блин. Не нравится мне это все, ребята. Ой, как не нравится. Так, у него там третий... Нифига, у него там третий уровень, я смотрю. Что-то он мне быстро как-то завалил банзу, если честно, ребят. Какого он уровня у него, не пойму я. Так, подожди-ка, давай, наверное, так сделаем. Теперь поставим вот так. Какой-то маленький дрон у него там летает, я смотрю, да? Типа отвлекли. Блин, неужели сейчас еще и базу разнесут? По-моему, разнесут, ребята, сейчас мне базу. Так, надо что-то менять с командой. А что я могу поменять? Мне кажется, вот эти дроны нам нафиг не нужны. Мы с тобой берем вот эту вот. Использовать вот сюда. Что еще можно поменять? Да, наверное, и все пока. Погнали. Что-то как-то он быстро мне сносит базы. Вот это вот я не могу понять, почему вообще. Какая ошибка подключения? Хорош, давай, дурачиться. Ошибка подключения, блин. Так, он временно оглушает врагов. Это у Бамблби, да? Супер удар такой. Ну что же, поехали. Выжидает, что он выжидает, интересно. Море погоды. Так, у него турель первого уровня, значит. Мне должен быстренько с тобой снести. Погнали. Ну. Давай, бомбашим, бомбашим, ребята. Отлично. А это у него кто такой? Бамблби, что ли, есть? Ты, блин, серьезно сейчас? Сейчас мы, по-моему, ему турелечку-то первую зафигачим уже. Отлично. Это было хорошо. Это было прям чудесно, ребята. Так, а вот это вот плохо, что крушитель бежит. Куда он только пойдет, я ума не приложу. Че, он думает, что я ему вот так вот просто позволю, что ли, идти? Да-да, конечно, ага. Держи карман шире, парень.
Разогнался он, ага. Так, он Бамблби. Со своим оглушением. Ведь взял же, достал где-то. Получил, ребята. Так, окей. Так, стоп. Так, две турельки, я думаю, будут здесь оптимальненько для нас. Или ни хрена не оптимальненько. Да нет, нормально. Так, победа за нами же будет, да? Я больше уверен, что за нами. Есть. Есть контакт. Так, ну что, награды. Открываем сундук. Ёк-макарёк, это Браун. Распространенная карта. А что же ты делаешь? Как про него почитать, ребята, что он делает, этот Браун? Ну-ка, где тут? Где он появился-то? Вот он. Браун атакует всех наземных юнитов и структуры одной из самых сильных атак ближнего боя среди других юнитов разрушительным суперударом. То есть это ближник. Пум-пум-пум-пум-пум. Куда бы его взять? Использовать вместо чего? Я даже и не знаю, друзья, вместо чего. Он чисто наземные, да, цели? Давай попробуем сюда поставить его. И посмотрим, что у нас из этого получится. Ищем противника. Ничего, никого нету, что ли? Ага, найден. Ну что же. Турелечку поставим. Для начала. Еще фигачит. А он еще и быстрый к тому же, да? Чувачок-то этот. Угу. Ты гляди-ка, что он делает. Угу. Кибертрон. Так, этот ближний бежит, ребята. Что бы мне сделать? Как бы мне ему турелечку-то здесь подбить, а? Скажи-ка мне на милость. Ну куда ты? Беги домой быстрее. Сейчас он в рукопашечку. Отлично. Так, вертолетик полетел, да? А если я вот этого вызову? Давай, вызывай своих животных. Так, вертолет, вертолет. Этого глушим, блин, ничего не даем ему сделать. Так, он, наверное, сейчас будет применять свой суперудар, скорее всего. Беги, 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 беги. Да беги быстрее, блин. Действительно, у него удары самые такие сильные. Из всех. Как я погляжу. Если сделаю вот так вот.
Давай, родные мои. Есть. Фух. Вот это я понимаю, ребята. Вот это мы сыграли. Так, миссии. Получить. Автоботы. Автоботы — это хорошо, что мы их можем прокачать. Так, и сундучок открываем. Это опять автоботы, да? Ну что же, будем прокачивать тогда. Отряд. Обновить. Замечательно. Так, больше пока обновить мы ничего не можем. Окей. Так, ну что, друзья мои, наверное, на этом мы сегодня закончим. Если что, пишите свои комментарии, как говорится, по поводу этой игры. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.